Мама. Оказывается, и без интернета жизнь существует. Есть даже очень известный анекдот о том, что и дом перемыла, и вещи перебрала, и погуляла, и все дела завершила, как только отключили сеть. Доказываем, что и без интернета прекрасно. Для начала просто выйдите на улицу. Сразу увидите, сколько людей вокруг. Кстати, с каждым из них можно познакомиться. Это вам не смайлики отправлять. Настоящая улыбка – лучшее оружие. Google карты легко вам заменит обычная карта. Конечно, повозиться с ней придется подольше. Зато так можно изучить город и рассмотреть все достопримечательности. Интереснее, чем просто ввести адрес и доехать до места назначения. А новости все так же доступны в печатной прессе. Так что актуальная сводка всегда у вас в кармане. Юля! Света! А помните ли вы, когда вот так, как в детстве, звали кого-нибудь на улицу? Чаты и мессенджеры нас поглотили. Безусловные плюсы имеются. Общение на расстоянии, постоянная связь. Но в конце концов, что если вам отправляют смеющийся смайл, а на душе у человека тоска? Реальные эмоции можно увидеть только при личной встрече. Так что зовите друзей гулять, выпутывайтесь из этой всемирной паутины. Эффективный человек, тот, который сочетает в себе вот этот старый тип мышления, когда люди книжки читали, что-то сидели месяцами изучали, и новый тип мышления, когда человек привык серфить в интернете, хватать заголовки, картинки и быстро выяснять информацию вот такую на поверхности. И самый крутой человек, который и то умеет, и это умеет. Кстати, замена любой Википедии и поисковой строке – старая добрая библиотека. Вот уж где точно найти можно все – от самых древних книг до современных изданий. И это касается не только художественной литературы, но и энциклопедий. Так что все ответы там. Конечно, придется посидеть, но зато глаза отдохнут от электроники. А лучше узнать деловых партнеров можно только при личной встрече. Конечно, электронная почта – это оперативно, но на таком совещании можно разом решить все вопросы, установить более личные отношения, да и просто, возможно, с другой стороны узнать человека. Кто знает, однажды ваш деловой партнер может стать вам настоящим другом. И перестаньте делать массовую рассылку случайно найденных в интернете картинок. Подпишите бумажную открытку сами, вручите ее лично, и будет счастье вам и вашим родным и близким людям. Еще и память о событии останется надолго. Как видите, день без интернета можно наполнить гораздо большими личными эмоциями. Убедились в этом Анна Троегубова и Константин Шубкин.